Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить куриные желудочки. Если вам интересно, как я это буду делать, оставайтесь со мной, будем готовить их вместе. Что же для моего рецепта понадобится? У меня куриных желудочек примерно 700 грамм. На это количество я взяла 2 помидора, одну среднюю морковку, одну среднюю луковицу, 2 средних маринованных огурца, сыр, 2 столовые ложки сметаны, соль, перец и любая приправа, которая вам нравится, на ваш вкус. А сейчас приступаем. Первое, что необходимо сделать, отварить куриные желудки. Варим их до готовности. Пока варятся желудки, займемся подливкой. На крупной терке натираем морковь. Уже отваренные желудочки нам нужно слегка обжарить. Я добавила бульон, который остался от куриных желудочков. И сейчас еще буду полчаса тушить. Добавляю сухой чеснок. Вы можете простой добавить. Перец. И я добавляю свою любимую приправу хмели-сунели. Теперь посыпаю желудки сыром. Видите, у меня соуса не так много, слегка тушится подливки. Накрываю крышкой и выключаю, потому что сыр расплавится и так. Ну вот и все. Желудочки готовы. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Пройдя по ним, возможно, вы найдете свой любимый рецепт. Ну а сейчас всем до свидания и до скорой встречи!